Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Не знаю, заметили ли вы, дорогие слушатели, но все чаще стали произносить словосочетание «новая этика», а с ним и так называемая «корректная лексика» или «толерантная лексика». Есть как сторонники этих явлений, так и противники. Главный аргумент, что корректная лексика противоестественна, длинна и неуклюжа. Так Борис Акунин признался, что с большим интересом читает про то, как избегать, цитирую, вербального стереотипизирования с негативными коннотациями, если хочешь выглядеть воспитанным человеком. Надо говорить не слепой, а не свободный глазами. Не умственно отсталый, а альтернативно одаренный. Не толстый, а горизонтально одаренный. Акунин не разделяет таких глумлений над речью. Страшно подумать, как все это скажется на литературном стиле, когда и если войдет в повсеместную норму. Мария Бобылева в книге «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать» продолжает онлайн-проект «Мы так не говорим» портала «Такие дела». Она убеждена, что привычный нам язык – это часто язык вражды. Многие люди, особенно СМИ, спокойно говорят и пишут «бомж», «колясочник», «шизофреник», «трансгендер», не имея в виду ничего плохого. Но, по мнению Марии Бобылевой, эти и многие другие слова стали обидными и отражают пренебрежительное отношение общества к самым разным группам людей, которые в чем-то не такие, как все. Поэтому авторы проекта и автор книги в своих попытках изменить общество хотели использовать язык, который поможет это сделать. И решили создать глоссарий корректной лексики. Это вторая часть книги, в которой 5 тематических разделов. Заболевания и ограничения, психические расстройства, социально уязвимые группы, ЛГБТ+, и секс. По каждому слову составлена таблица. В первой графе «не стоит» указаны 3 степени неправильности. Слово или выражение неверно, некорректно и можно по-другому. Я не комментирую и не анализирую, и не рекламирую книги, я просто о них рассказываю. Поэтому в данном случае, как и в ряде других, лучше приводить примеры. А вам, дорогие слушатели, делать выводы. Некорректно говорить «больной», а лучше говорить «пациент», «человек с диагнозом». Не ВИЧ-инфицированный, а «человек с ВИЧ». ВИЧ-плюс, ВИЧ-позитивный. Не маразм слабоумия, а деменция. Не маньяк, а человек с маниакальным синдромом. Не самоубийство, а суицид. Не бомж, а бездомный. Не гастарбайтер, а трудовой мигрант. Не сексуальное меньшинство, а ЛГБТ. Вот такая она корректная лексика Марии Бобылевой и сторонников новой этики 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».